Всем привет, вы на канале Cloud City, с вами Вадим. И это превью, анонс, как хотите называйте, но маленькое объявление о том, что будет происходить в ближайшее время у меня на канале. Так как я переехал на некоторое время в отпуск из Лондона в Эстонию, конкретно город Нарва, то у меня немножко поменялся сам контент, и я думаю, что то, что добавится, вам понравится больше, чем то, что было до этого. То есть у меня добавляются такие вещи, как репортаж, и некоторые вещи, которые будут вообще новые. Предполагается свидание с клоуном, это как сюрприз будет. Предполагаются какие-то поэтические вечера, то есть какие-то новинки, которые не совсем в моем контенте, который был до сих пор. Но это такая новинка, которую я хочу вас познакомить. У меня будет встреча с интересными людьми. И вам надо находиться в курсе всех тех событий, которые у меня происходят. Поэтому это такой вот маленький сюрприз на ближайший месяц. Прошу оставаться на канале, жмите на колокольчик, чтобы точно быть в курсе того, что происходит. И я думаю, что в ближайшее даже воскресенье будет что-то интересное для вас, что-то новое, которым я хочу с вами поделиться. Конкретно отсюда, с Эстонии, с Нарвы. Будет еще маленький сюрприз. Всех жду, всем пока, всех люблю, всех обнимаю.